в эфире передача «Путешествуем по Нью-Джерси» вместе с отцом Федором. Да-да, я не ошибся, именно по Нью-Джерси. Это город Атлантик-Сити, здесь много казино, вот посмотрите, всяких разных красивых. Вот там вот Хилтон находится, вот я вот сейчас приезжаю, это Хилтон, да. Ребята, это самый настоящий Хилтон. Вот там Тропикана всякие, заведения, казино, очень много красивого. Вон Трамп, Цезарь, Тадж-Махал, а вот это Костя. Да. А я стою в океане. Это надо океан показать. Тут вот океан, его плохо видно. Вот это океан, да, вот так вот. И я вот мочу ножки, которые тоже ни хрена не видно. Сколько время? 4 часа. А время 4 часа утра, потому что заселяться мы будем в отель только часов в 10 утра. Не, ну может где-то часов 8-9, ну да, где-то так все равно. Поэтому сейчас тупо проводим свободное время. Очень много симпатичных девушек, очень много проституток. Очень хорошо посидели на променаде. Вот там, да, кстати, где-то вот там на променаде. Попили пивка, съели пиццу. Очень красиво, шикарно проводим время. Ждите отчета дальше, но океан теплый, теплый, очень даже теплый. Это Атлантический, да, я так понимаю? Да, это Атлантический океан. Я купался еще в Тихом. Из Тихого в Атлантику, офигенно. Ладно, бывайте. Отец Федор всегда с вами. У!